В экологический рейд отправились рано утром железнодорожного вокзала Ульяновск-Центральный на автоматрисе. Это моторный самоходный железнодорожный вагон для перевозки пассажиров и персонала обслуживания путей. В этот раз, как и в предыдущие, комиссия осматривала территории близ железной дороги. В прошлые годы возле гаражных кооперативов были обнаружены стихийные свалки. Осталось узнать, все ли в порядке в этот раз. Как выбираете те объекты, которые по износу, какую-то экспертизу проводите? Безусловно, у нас каждый год комиссионная проверка. Состоит из сотрудников департамента. Станция Ульяновск-Центральный, Белый ключ, Студенческая, Верхняя терраса. По пути встречались жилые массивы, гаражи и промышленные зоны. Даже если специалисты Куйбышевской железной дороги находят нарушения, представители городских властей помогают в организации уборки территорий. Во время прошлых рейдов свалки обнаруживали в железнодорожном районе. Департамент автомобильной дороги. Станция Ульяновск-Центральный, Белый ключ, Студенческая, Верхняя терраса. Подобные рейды проводятся ежегодно, обязательно по весне, после схода снега. Виктория Чиркова, Герман Баранов. Управда ТВ.